Всем привет! Предлагаю сегодня вместе со мной приготовить такой вот салат, который называется «Рыбки в пруду». Салатик получается очень вкусным и оригинальным. Подойдет на праздничный стол или на каждый день. Оставайтесь со мной и начнем готовить. Для начала делаем заправку. Если не хотите заморачиваться, используйте обыкновенный майонез. Я делаю так. У меня здесь 7 столовых ложек сметаны. Я добавляю 2 чайных ложки соевого соуса. И 2 чайных ложки горчицы. И все хорошенечко перемешиваю. Также выдавливаю через пресс 3 небольших зубчика чеснока. Теперь формируем салат. Беру кольцо. Сюда натираю картошку на крупной терке. Кольцо у меня диаметром 19 сантиметров. 3 картошины натираем. Картофель распределяем равномерно. Сверху заправка. Также равномерно распределяем по всей поверхности. Дальше беру шпроты обыкновенные 160 грамм. Выливаем масло, сливаем и откладываем несколько рыбок. А остальные шпроты будем разминать вилкой. Все, это в сторонку, а это разминаем вилкой. Укладываем шпроты следующим слоем и смазываем заправкой. Подготавливаем лук. Одну большую луковицу мелко нарезать. И одна большая морковь натираем на крупной терке. Теперь все это обжариваем, делаем зажарку. И выкладываем следующим слоем. Наносим заправку. Сто грамм сыра натираем на крупной терке. И это идет у нас следующий слой. Снова заправка. 3 яйца натираем на крупной терке. И выкладываем последним слоем. Распределяем равномерно. Промазываем последний слой. Ставим салат в холодильник, чтобы он хорошенечко пропитался, часа на 3. Спустя несколько часов снимаем кольцо с салата. Вот такой вот салатик получился. Сейчас будем его украшать. Для этого нам понадобится мелко нарезанный укроп. Берем вот так вот лопаткой и по бокам украшаем укропом. У нас получается вот так вот. Продолжаем украшать. Украшаем дальше. Теперь рыбку. Салатик готов. Получается он очень вкусным и оригинальным. Всем приятного аппетита!